появился на своем канале с вами. А часто ты во сне поиграю в такую хоргушку, мы называем Dead Hand. Так, выбор уровня. Сложность легко. А, понятненько. Частная школа. Давайте частную школу. Все, мы молодцы. Поскольку игра бесплатная, то мне похер. Окей, окей. Эта история началась давным-давно. Родители перевели тебя в новую школу, но только ты понимал, что это жуткое место. Я же говорил вам всегда, что школа — это говно. Однажды ты решил доказать своим родителям, что они не правы и затеял это. Тебе нужно пособрать все записи о происшествиях в этой школе. Это очень важно, чтобы все доказать. Перебираться в школу нужно ночью, когда там никого нет. Именно тогда ты сможешь спокойно найти все записи. Поэтому ты, борясь со своим страхом, прокрался в окутанную тьмой школу, от которой за версту веяло ужасом. К твоему несчастью, дверь школы оказалась открытой, и, конечно же, это не могло быть хорошим знаком. Как только ты зашел в школу, входная дверь захлопнулась. Подергав ручку двери, ты все понял. Ты понял, что пути нас уже... Блять, чем мы с этим языком? Что пути назад уже нет, и нужно собрать те самые записи. Только они смогут помочь избавиться от этого зла. Здесь и начинается твоя история. Так. Нормально. Так, возьмите... можно немножко настройки? Побольше. Так. Нормально, по идее. То мне как-то не нравится... Ходьба. Как пройти? А, так. Ну ладно. Какие? И что это 76 означает? Это ключ? Я ключ забыл. Не знаю зачем. Но раз могу, значит спизжу. Как эти записи вы? Тут много всяких бумажек. Что это вообще за класс такой? Что тут, блядь? Кто учится, сука? Здрасте. У вас есть записи? Ну, там, ну, случаем. Ну, просто валяюсь. Просто магическим способом. Ну, тут такие находятся вот записи, нет? Ой, я могу присесть. Прикольно. Идем. Это что? Компьютер класс. О, компьютерный класс. Это прикольно. А где хоть что-то? Мне нужно хотя бы одну штуку найти, чтобы понять, как эта херня выглядит. А то вдруг я уже потерял. Пропустил все. Понял, значит тут ничего нету. Мне нужно 15... Что это, блядь, было? Чего? Че это за хуйня? Че за хуй сос? Уйди от меня. Это тебя говно пахнет. Я не хочу с тобой общаться. Ты лох какой-то. Я даже не успел испугаться. Да пососи. О, нашел первую хуйню. Мы молодцы. Да чё, как вот это вот говно можно пугаться, я не знаю. Но если вот так вот идти, он нас не заметит. Потому что я смотрел Ниндзяго. Да схуёли. Я же... Как ты меня жопу увидел? Скажи мне, Чепушила. Как ты меня жопу увидел-то? Так, ну ладно. Что тут есть? Пока там это чмырь бегает, смотрит.
наблюдает. Я пока тут все попизжу. Здрасте. Это что, жрать? О, это мне надо. Так, две штуки. О, три. Была найдена часть кода 2. Прикольно. Такс. Так, пока три листочка нашли. 15, но нет. Как-то, наверное, слишком уж много. Вам не кажется? И что там так много всего произошло в этой школьке? А это вот это типа? Понял. У меня только первый есть листочек. Ладно. Ну, наверное, вот это 76, это мои хп. Либо, как это называется, сердце, когда тын-дын-дын-дын делает, не танцует. Ну, вы, короче, поняли, о чем я. И эта хуйня бега там. Я плю вот это пока сворву. Вначале я думал ключик, а это не ключик. Так, еще бумажка обоссанная. Так, тут нету обоссанных. А нет, вот. О, три. Еще часть кода 2 и 3. Так, 6 и нас собирали. Мы умнички. Куда мы идем? Наверное, туда, куда нам надо. Фига себе, у вас хавчик. Ууу, фига себе. Можно мне вас, вашу школу? Я даже с этим бы, Чупушилы бы, подружился бы. Я бы за такой хавчик, блин. Я бы с ним вообще лучшим бы друзьям, друзьями стал бы. Так, 8 бумажек, мы молодцы. Развиваемся. Эс. Не пускают. Ну и ладно. Больно надо. Хай. Чего? Я в туалете. Вы спрятались. А, фига себе. Я умный. Туалет есть? А, типа, я так прячусь. А, вот эта хуйня бегает. Теперь бежит. Я чё, не знаю, куда мне теперь ещё бежать. Я вроде потому что везде был. А, нет, не везде. Я вот так вот могу спрятаться? Нет. Вот так. Я спрячусь? Не спрячусь. Так, давайте, значит, думать, размышлять. Как ебанат-то наебать. Ну, я не знаю, куда теперь еще бежать. Потому что везде, где можно было, я вроде был. Так, окей, мы пока спрятались, мы молодцы. Так, ну тут я, значит, не наблюдаю. Вроде как. А, нет, проглядел. Так, у меня 9 записок. Еще нужно 6. А я пока тут еще в других комнатах посмотрю. Потому что, как я понял, я дебил. Ну, либо они появляются после того, как я другую найду. Да, тут аж 2 штуки посеял. Рун-ту-тун. Может, тут еще что есть? Так, ну не белое это. Такс. Ищем, ищем, ищем. У вас что, реально нет? А нет, и вот. Спрятать хотели? А я нашел. Я умный. Я не только прятаться могу, а еще думать. Так, это Чупушилы тут нет. А куда я пошел? Тут ближе есть. Это класс. Так. 4 штуки осталось.
Как минимум, я еще одну комнату не посещал. Так, тут что есть? Нет. Тут ничего нету. Это плохо. Может, тут что есть? Не наблюдаю. Так почему тут ничего нету, алло? Я же знаю, что тут что-то должно находиться. Ага, понял. Так, где-то что пошло? Но тут я пока его не вижу. Может, тут еще вот эта фигня, блин, находится? Нужно смотреть в оба. Как минимум, я еще вот тут и не был. Теперь я тут есть. Опа, спрятаться хотела. Так. Я бегаю по школе директора. Ты такой вкусный. Ну, вообще, одобряю игру еще вдвойне. Мемы еще подкинули. Куда меня ведут? Типа, иди сюда, смотри, тут твои желтые бумажечки. То, опа, и кокнут меня. Так, тебе осталось еще последняя бумажка. И можно дать по съебам. Такс. Где? Тут нету. Ну ладно. Может тут? Реально нет. Ты не верила, тут реально ничего нету. Да блин, мне последнюю бумажечку нужен. Хоть там оружие ебанутый. Щей пизданутый. Пойди нахуй. Я спрятался, все, пошел нахуй. Так, пока можно думать. Ну, наверное, вот последнее это в той, в этом, блядь. Иди ты нахуй. Ладно, пока я спрячусь, нужно подумать, где может последняя бумажка находиться. Да и себе отсюда побыстрее, говно. Кого, блядь? Схуяли ты тут, блядь? А иди нахуй. А иди нахуй. А все. А все, иди нахуй. Все, у тебя сифилис, фох. Мне вроде вот сюда нужно. Как я помню. Или нет. Или да. Вот тут вот где директор. Эй, смуяли. Не. Типа, ты попут. Да, вот директор. Я же спрятался. Почему тут нельзя спрятаться? Он же сейчас жопу набьет же, нет? Надеюсь, нет. А чё я туплю? Тут же комната дохуя с лишним. А там я сижу, дебил. Это типа я? А. Прикольно. Так, у меня вроде все. Для этого есть. 2-3-0. 2-1. 2-3-4. Да чё? Ну сейчас быстренько найдем вот так вот. 6. Не 6. 7. Не 7. 8, не 8. 9, не 9. 0, что ли? Чего? Не понял. 2, 3. 2, 3, 2. Ч... Я запутался. Я не понял. Какого хуя, блядь?
Типа должно быть все логично, нет? Там мне сказали, ты лох. Ну, Ивана. Ну, сука, реально, где? Последняя бумажка. А может, у него на жопе? Можешь приклеивать, когда вытирался. Все может быть. Так, где мы не были еще? Скажите мне. Что мне нужно знать. О, вот это же было закрыто, нет? Или у меня уже шиза? Я тут был? Нет, вроде не был. Или был? Я тут был? О, вот и последнее. 5. Вы нашли весь код. Найдите и откройте сейф. Все, мы молодцы. И быстро просто... Сила бомж, сука. Пока этот бомж меня не заметил. Нужно сваливать по-бырому. Мы молодцы. Нам понадобилось всего 13 минут, чтобы пройти данную игрушку. Конечно, на легком режиме, но все равно. Это тоже какой-то плюс. А, куда? А, я запутался. Потому что в последнее время прохождение игр для меня это невозможно. Успех. Что это? Беги к выходу. Ну, сначала дойду, потом можно бежать. Но сейчас я этого лоха могу спокойно развести. На фистинг. Бля, я подумал, что он из-под угла смотрит. Гнида, отдай. Я потеряться надо мне. Это что, пушило тут? Реально... Ты не верил? Ну сейчас разъебем его, как изи, лоха. Давай. Все, пососи. Рум-тур. Как съебывать от бомжа. Все, аливедерчи, лох. Сложность легко. Время, молодцы. Вернуться в меню. Молодцы, мы прошли игрушку. Да, прикольно. Машина. О, торговый центр. О, прикольно, тут можно еще торговый центр купить. Но если вам понравилось и вы хотите, чтобы я открыл этот торговый центр, то пусть на этом видеоролике наберется 4 лайка. Я буду, выпущу вторую часть. Мне придется, конечно, поиграть, попроходить, чтобы накопить на торговый центр. Но я это сделаю, если вы поставите лайк. Ну а с вами был Честер ТВ. Всем пока.